Чернігів вважається містом богатирів. Сучасні богатирі тренуються саме в цьому залі. Нещодавно наші спортсмени повернулися з чемпіонату світу з кікбоксингу. Де і як він проходив, дізнайтеся далі. З 5 по 11 мая 2014 року на острове Санторини проходил чемпионат мира по кикбоксингу по версии WPK. Михаил Ярко среди юниоров выиграл 2 золотые медали в разделе Full Contact и Light Contact. Роман Власенко в разделе Low Kick стал чемпионом мира уже 8 раз. В разделе Full Contact он занял 2 место, и в разделе Косика Карате он занял 3 место. Виктор Кузьменко занял 1 место в разделе Косика Карате, 2 место он занял в разделе Semi Contact и 2 место в разделе Light Contact. И Сергей Лысюк занял 2 серебряные медали в разделе Low Kick и в разделе Light Contact. После чемпионата Украины ребята ехали, наши ведущие спортсмены ехали с травмами. И, честно сказать, эти микротравмы немножко дали о себе знать на самом чемпионате, потому что я, честно говоря, переживал, что можем максимум попасть в призы. Мы внесли в копилку сборной Украины 10 медалей, а всего сборная Украины завоевала 40 медалей. Также сборная Украины завоевала 1-е общекомандное место. 2-е общекомандное место завоевала сборная Греции, 3-е общекомандное место завоевала сборная Испании. У нас была задача минимальная, хотя бы выиграть по одному первому месту. То есть мы ее выполнили. Конечно, хотелось занять 3 первых места, но так сложились обстоятельства. До соревнований была травма. Ну и, в принципе, уже после соревнований приехала, она не прошла, а сейчас немного еще беспокоит. Так в целом, в принципе, как говорится, показали свой, не максимум, где-то серединку, что могли. Я думаю, если бы мы были готовы на все 100%, то и медалей бы было бы гораздо больше. Еще когда был маленький, мне нравился такой известный актер, как Жан-Клод Ван Дам. Как бы с этого все началось. Там нравились удары ногами, там, как он дерется и все. И потом сам решил заниматься там карате, потом рукопашный бой, потом пришел в кикбоксинг. Будем готовиться уже к осени на чемпионат Украины. И надо выиграть Украину. В следующем году будем настраиваться, чтобы полететь тоже на чемпионат мира. Планируется в Дубае, но еще неизвестно. Пятница, суббота, воскресенье, по 3 дня отдыхаешь. И в понедельник, чтобы был на тренировке. Я понял. Понял, да. Советую каждому из молодых ребят, маленьких мальчиков, то есть надо обращать внимание не только там на драки, на разные там удары, не только на борьбу, а можно и бороться, и ходить на бокс, и на кикбоксинг, и на футбол, и на плавание. То есть надо обязательно быть разносторонне развитым, тогда все будет в порядке со здоровьем, то есть самое главное, с физической формой. Чтобы всегда красивые формы. Самое главное, мальчикам надо всегда держать себя в форме, не заплывать жиром, как бы вести активный образ жизни.